Более 2000 сердец продолжили свою работу благодаря ему. Звание почетный гражданин Иркутской области. Теперь на груди у заслуженного врача Российской Федерации Юрия Желтовского. Он первым в Приангаре выполнил сложнейшую операцию на сердце – протезирование клапанов биологическими вставками. За 42 года в кардиохирургии Желтовский более 20 раз участвовал в работе мировых конгрессов. Многим спасал жизнь неоднократно. Не так давно был пациент, которого мы 38 лет назад пересадили один клапан, это все, а теперь он пришел с поражением другого клапана. Мы его прооперировали успешно, заменили ему другой клапан. То есть люди живут и нормально живут. Поэтому, допустим, больные с ишемической болезнью сердца, это мы выполняем 500, более 500 операций в год. То есть это, представляете, скольким людям мы помогаем избежать от инфаркта и жить дальше. Таких преданных своему делу людей в здании регионального правительства сегодня 28 человек. Ученые, врачи, военные, работники сфер сельского хозяйства и культуры. Своими заслугами они не только повышают статус отдельной профессии, но и прославляют Иркутскую область далеко за ее пределами. Их вклад отметил глава Приангарья Сергей Левченко. Дорогие друзья, благодаря вам, вашему труду и энергии крепнет наша Иркутская область, закладывается фундамент развития Приангарья как опорного региона нашей страны. Спасибо вам еще за вашу работу. Отдельное спасибо самому внушительному коллективу в этом зале. 11 сотрудников Иркутского авиационного завода. Они удостоены медалями Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Такую награду по праву можно считать коллективной, утверждают работники авиастроительной отрасли. Ведь без поддержки коллег достичь успехов невозможно. Особое почетное звание заслуженный летчик-испытатель России из рук главы региона получает Сергей Матвейчук. Он провел в небе 30 лет. Я родился в маленькой таежной деревне, авиации у нас не было. Но почему-то с детства у меня вот это была мечта об авиации. Откуда это, я не знаю даже. За мои 30 лет летной работы всякое бывало. Но про опасности мы как-то не думаем. И мы делаем все для того, чтобы после нас самолеты летали безопасно. Собравшиеся своим трудом и любовью к работе показывают, неважно, в какой сфере ты найдешь свое призвание, будь то авиация, хирургия или искусство, если работать с полной отдачей, то признание непременно будет. Олег Федоров, Сергей Полянский, новости сейчас.